Болгария в числе европейских лидеров по содержанию антибиотиков в мясе. По данным доклада Европейского агентства по лекарствам, на кило живого веса скота болгарские фермеры тратят в среднем 120 миллиграммов антибактериальных средств. В документе отмечается, что скотоводы предпочитают давать лекарства не по факту болезни, а в качестве профилактики на всякий случай. Няма непосредственно опасност, разбира се. Непосредственной опасности нет. От того, что в мясе есть следы антибиотиков, живот ни у кого не заболит. Вопрос в том, что если лет через 20 я заболею серьезно, то лечение антибиотиками может не подействовать, поскольку организм уже привык к ним. Вот такой риск действительно существует. Да ми помогне. Я скажу, да, возможно. Болгарское агентство по безопасности пищевых продуктов называет выводы доклада неверными, основанными более на математической модели, нежели на результатах реальных проверок. Кроме того, даже и 120 миллиграммов на килограмм лишь восьмое место в Европе. В числе стран с самым высоким содержанием антибиотиков в мясе – Кипр, Испания и Италия.